Школьный вальс, шуршание платьев, искренние улыбки и смелые надежды. Теперь они стали совсем взрослыми. Выпускной бал прошел в гимназии номер 20. О главном школьном празднике расскажет Луиза Игиазарян. Фотосессия с одноклассниками во дворе родной гимназии. Пока до начала официального торжества есть немного времени, уже бывшие ученики 11-го А не теряют время зря. Школьные годы уже позади, все экзамены сданы. Впереди у этих ребят новый этап жизни. И грусть, и радость одновременно. Грустно, потому что закончилась эта беззаботная пора, а радостно, потому что вступаешь во взрослую жизнь, и все закончилось, теперь впереди институт. А в это время в актовом зале виновников торжества уже ожидают гости. Здесь родственники, друзья и, конечно, учителя. Учителя, которые прошагали вместе с ними счастливую дорогу знаний. Выпускников 2017 года они встречали стоя. Всего в этом году Люберецкая гимназия номер 20 выпустила 26 учеников. Четверо из них получили красные аттестаты. Поздравить с завершением учебы и пожелать удачи в дальнейшей судьбе пришли почетные гости. Ребята юные, молодые, вся жизнь впереди. Но взрослые понимают, что в этой жизни не все просто. Не все просто складывается. Порой не все так, как хочется, к сожалению. Но исходя из своего опыта, из опыта, я думаю, и ваших родителей, друзей старших, всегда получается у тех, кто настойчив, кто целеустремлен. Вместе с аттестатом каждый выпускник получил похвальную грамоту. За особые успехи в той или иной деятельности было распределено несколько номинаций. Кто-то активно участвовал в жизни класса, кто-то показал высокие результаты на олимпиадах или представлял гимназию на спортивных состязаниях. Я от всей души желаю вам, прежде всего, оставаться человеком с большой буквы, быть добрым, быть отзывчивым, уважать своих близких. И тогда у вас все получится. Не менее радостно и трогательно это событие для родителей. За хорошее воспитание своих детей директор гимназии вручил благодарственные письма мамам и папам выпускников. Конечно же, здесь много всего хорошего было. Мероприятия, друзья, разные кружки. Ну, очень много ребенок проводил в школе. Ну что ж, оно... Надо прощаться, поэтому все впереди. Аттестаты уже в руках. Вместе с рассветом еще вчерашние ученики встретят взрослую жизнь, которая намного сложнее, чем школьная программа. Луиза Егиазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.